Доброго, дорогой Леночек. Мне тоже хочется присоединиться ко всем этим поздравлениям и пожелать тебе твердости духа. Очень замечательные стихи, где говорится о том, что инвалиды – ангелы земли. И думается, что действительно, когда мы обращаемся к твоей поэзии, может быть, это редкость, но ты открываешь свою душу и учишь нас делать то же самое. Очень редко сейчас люди вот так общаются, когда душа открыта, когда все переживания ты излагаешь в своих повестях, стихах, когда все, что тебя волнует, ты даришь людям и говоришь им, вот так я живу. Не хочешь, чтобы все люди это услышали, увидели прекрасность твоей души. Хочется пожелать, чтобы тебя окружали, как сегодня, искренне добрые люди. Хочется пожелать, чтобы поменьше у тебя в жизни было проблем. У тебя их много, конечно, но чтобы их было поменьше. Хочется всем нам пожелать, чтобы мы замечали таких людей и тратили свое время на то, чтобы помочь им. С днем рождения!